Самаре проведут ремонтные работы в жилом доме управления железной дороги на улице Красноармейская. Здание построено в 1936 году по проекту архитектора Петра Щербачева и является объектом культурного наследия регионального значения. Работы планируется выполнить с 27 декабря этого года по 30 сентября 2024. Движение трамваев по проспекту Ленина возобновили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель управления информации и аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова. По информации ТТУ, после обрыва контактного провода движение трамваев было приостановлено. После проведения необходимых работ оно возобновлено в оба направления. Самара, которую знает каждый житель, приобрела свой узнаваемый облик благодаря его труду и творчеству. Храм Георгия Победоносца, Софийский собор, храм иконы Божьей Матери – эти и другие известные храмы спроектированы Юрием Харитоновым. С 2003 по 2006 года он был главным архитектором Самары. В честь юбилея архитектора в областном художественном музее открылась выставка его работ. 18 ноября свой день рождения отмечает российский Дед Мороз. Почему появился этот праздник и как к нему готовится зимний волшебник, узнали корреспонденты телеканала «Самара ГИС». Как прошла встреча с Дедом Морозом, смотрите в программе «События». В эти выходные самарцы смогут сделать фотографии в легендарном паровозе «Лебедянка» на платформе «Волжская жемчужина». Машинисты продемонстрируют работу исторического состава, а гостям разрешат побывать в кабине паровоза. Остановочный пункт «Волжская жемчужина» расположен по направлению Самара-Тольятти. Добраться до него можно на «Ласточке», а вернуться в обратном направлении на «Грушинском экспрессе». Правительство России направит дополнительные 5,5 миллиардов рублей на увеличение зарплат бюджетников. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также средства пойдут на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля следующего года на 7,5%. Таким образом, по предварительным расчетам, на первого ребенка можно будет получить почти 631 тысячу рублей, на 44 тысячи рублей больше, чем в этом году. На второго ребенка – около 834 тысяч рублей, на 58 тысяч рублей больше, чем в этом году.